Добрый день! Сегодня хочу показать, с чем я обычно езжу, путешествую. В компании Forever есть специальный набор путешественников, в который входят все средства личной гигиены, все необходимое. По сути, это то, чем я пользуюсь дома всегда, но в более больших объемах. А здесь такая симпатичная небольшая косметичка. Очень удобные тюбики. Здесь и зубная паста, здесь шампунь, здесь кондиционер, здесь гель для душа, крем увлажняющий для лица и тела. Все это на основе алоэ, все это очень качественно. Мне все эти вещи очень нравятся. Косметичка легкая. Еще часто беру в путешествие дезодорант. Дезодорант Aloe Ever Shields от Forever. Почему именно этот дезодорант, а не какой-то другой? Он не содержит тяжелых металлов, он не содержит оксида алюминия. Это дезодорант, который не закупоривает поры, при этом пот выделяется, но нет запаха, не пачкается одежда, не оставляет следов на одежде. И такой приятный аромат свежести, удобный в использовании. Кстати сказать, его хватает на целый год. Беру с собой всегда коктейль. Коктейль Ultra Light от Forever. Это протеиновый коктейль. В компании Forever есть Ultra Light ваниль и Ultra Light шоколад. Часто думают, что протеиновый коктейль для того, чтобы похудеть или накачаться. Протеины – это белки. Это структура всех наших клеток. Это то, что необходимо каждому человеку. Это здоровье наших волос, ногтей. Здоровье каждой нашей клетки и здоровье каждого нашего органа. Он подходит всем тем, кто даже не употребляет молочных продуктов. И тем людям, которые соблюдают пост. Здесь идеальный состав. Растительные белки, витамины, минералы, аминокислоты, клетчатка. Коктейль Ultra Light от Forever – это полноценное питание, и в дороге мне не нужно искать какие-то бутерброды, какие-то перекусы. Я просто развожу этот коктейль и пью его, и он заменяет один прием пищи. Одним словом, коктейль Ultra Light – это вкусно, и это очень полезно. А что вы берете с собой в путешествие?